Ок. И поехали в воспоминания хаоса, попробуем допройти. Так, а вот здесь, по-моему... Нет, подожди, а где ворота были? Вот ворота, да? Я вот против Кафки брал эту. Но я, честно говоря, думаю... Блин, ну здесь квант, типа, хорошо подходит. Мне кажется, я ее довольно быстро, да, убивал? Здесь мобов. Да, наверное, все-таки против... Ну, просто сюда вельта чего брать? Как Кафку тут пройти? Ну как, Кларой, конечно же. Блин, так не хочется вельта, но он, блин, дамажит хорошо. У тебя были вельт, Клара, Март, Волк. Да я догадываюсь, да. Я именно это сейчас и хотел собрать, но... Так вельта не хочется. Может быть, можно без Март попробовать. Блин, эффект снимает. Можно здесь попробовать без хила пройти. Электричество хоть где-то нужно. У нее вообще резист к электричеству, да? У них к огню и к мнимому. Фига себе. Единственное, вельту нужно оружку отдать у Пелы, потому что... Потому что вельт сейчас классный. Вот даже... вот что мне нужно было за реса копить. Капец, у него статы слабенькие. Я даже этот момент не обратил внимания, давно не заходил в его следы. А что у него здесь? Ром по противникам с пробитой уязвимостью еще повышается. Ауф. Вкусная штука. Да, вот что мне нужно. Ну, походим, походим еще. Чем уж тебя вначале? А, вот сюда, кстати, электричество-то и нужно. Давай сюда, иди со своей уязвимостью. Кстати, сервал здесь сейчас сделает хорошо. В смысле сопротивления? Она поубивает рыбок. Скорее всего, в Солянова. Ну, блин, не убила. Ладно. Защищаем пачку. Да в смысле ты не убил? Ла. Найс. Хоши-боши-йо! Копи энергии, все равно у него резиста. Блин, Астута за что? О, давай зелькой. Хотя, может, как раз-таки надо было пробить за сервал. Я все-таки, наверное, не подумал чуть-чуть, не знаю. Короче, тут уже просто добивать надо, поэтому... Чуть-чуть, блин, их не справились, жалко. Зель должна убить сейчас, по идее. Блин, а здесь огненный этот робот. Я взял
Да, все надо было пелу взять, а не эту дерьмо. Чё-то я это... птичек поджечь, да как-то бесполезно. Увы, да, ой. Ну, ладно, потыкаем, может, и пройдем, но вряд ли. Как всегда, вместо асты, блин, нужен волк. Ой, волк, блин, пела. ладно, силу атаки хотя бы всем качни. А я, кстати, ГГшкой щит-то нажал. Походу, нажал. Нет, волк-то в другой пачке, все нормально. Ну, кстати, сюда тоже можно было волка, асту туда, чтобы силу атаки всем качнуть, например. Он, наверное, неплохой варик. Есть шок, есть. Бей тогда. Опять же, персы подкачались, плюс урон, поэтому. Так не хочется Ешку жать. Скорее всего, нужно было. Хотя нет, не обязательно. Четыре. Вот сейчас лучше, наверное, выдать щиточков. Если зелье успеет походить два раза, то... Блин, правда, щиточки как бы... Они... Исчезли. Ну, уменьшение урона. Закончилось. О, добивает. 34. Пойдет. За 6 ходов два этих. Там дамагеры. Норм, наверное. Я вот думаю, давать им в них заключение или не давать в них заключение за Вельта. Довольно важный вопрос. Наверное, да. Крио, жалко. Дамаш, Кларочка, дамаш. В смысле ты Вельта пошла бить? Во второго чела. Да в смысле ты не успел нажать? А шо? За что? Важно, кого они бьют. Да твою ж. Свою уязвимость на весь. Свечение в настройках убрано, или мне кажется, да, я убрал свечение, у меня глазки сегодня. После вчерашнего врача чуть это... Чуть грустят. Блин, не мог... опять криво, во-первых, навесил. Что плохо. Во-вторых, нету, блин, обилок. А ты еще жив, хера себе. Это даже хорошо. О, еще раз ударил, отлично. Ну, вон твоя. Бей Клару, бей ее еще больше, еще чаще. Нет, нет, вот этого не бей. Вот так не надо.
Да блин, сбить не могу с Клары. Гацунт Курияцу. Клара, не надо! Успокойся! А, все, нихера себе, волк пробило. Жестко. Так, вот здесь я, наверное, все-таки вот так нажму. И физой. И физой, чтобы таунт висел. Есть, повезло. Единственное, сейчас надо не Вельтом выбивать уязвимость, а тоже Кларой. Как бы это сделать? Ульта снесет. Во, знаю. Сейчас. Базовая тычка куда-нибудь сюда. Ульта. Тебе и Ешечка. Что ж, похоже на прохождение. Критическое попадание. Блин, он сдох, отстой. Ты еще ни разу не бил, надо Кьюшкой бить, а не Ешкой, да? Все, пойдет. Блин, на Крио изменил, но это тоже не столь важно на самом деле. Щит висит. Ты ударил Клару? Нет, все еще нет. Стой, а у меня все равно Ешек нету. Блин, застань его, тварь. Ну сними, без нее урона не хватит. Говно. Это если заморозить, то посос будет, да. Надо, чтобы он сейчас ударил в нее. Найс. Ровно. 28, да? Добавили. Добрали одну звездочку. Хорошо. Хорошо. При том, что надо было пел убрать. Кларе нужна скорость. Кларе очень не нужна скорость. 28 здесь. Могу ли я это как-то сделать? Киза, Квант, Крио. Здесь огненные чуваки. Здесь еще снимать уязвимости надо. Электро, то есть пело. Может быть, без волка? Это огненный, да. Нет, как раз таки с волком. То есть вот так в любом случае здесь... Тоже огненный. Вот этой пачкой. Если вместо тебя взять тебя. Щитовиков неприятно. Блин, можно, конечно, попробовать, но... Как же нужна третья пушка этого? Так, сейчас волк тогда забери у...
Где это 80-е? Стоп, у вас ты пушка 70-го? Я и забыл пушку качнуть. Oh, shit. Ну, я ее не юзаю, так что в целом, наверное, так и должно быть. Почему именно волку эту штуку на энергию? Ну, вернее, пушку асты. Потому что эти должны дамажить во второй пачке, здесь она не так важна. Хотя ей очень нужно попадание эффектов. А там нужны дамагеры. Не, ладно, пофиг. Давай попробуем. Таргет出現. Мне кажется, сильнее так, чем квантовую, да? Если бы еще били куда надо. Смотри, сколько сносишь. Ну так, могла бы и лучше, да? О, очень хорошее пробитие. Так, зелье добивает левого. Хорошо. Блин, можно ультой, чтобы побольше этих тыкнуть. Но... Не, ультой надо сюда, тут еще и защита сейчас пробита. Он хоть раз ударил по кваре? Ударил. За три хода. Ну и ну, здесь каждую битву, в принципе, за три хода надо пробивать, да? Ему надо Ешки оставить. Что, по кваре попал? Босс, потому что ульты баф от убийства работают даже без убийства. Да, это правда, это можно так делать. Тоже Кларой, что ли, пробить? Блин, можно волком, конечно. Надо Кларой, чтобы ее били. Больше увеличенных шансов на таунт. В помойку. Хера себе, быстро выбил. Всем бить Кураро. Молодцы. Блин, случайно заморожили его чела, не очень хотел, но... Так, сейчас базовый добить этого. Ешку сюда усиленную. Хорошо. Рипопо. Штамп, уничтожение силы атаки. Сейчас самой уничтожить этих будет. Доклары долго еще. Доклары долго, поэтому надо делать так.
Блин, он сдох. А, ну и все нормально, все правильно. Надо делать так, чтобы делать вот так. Получает контратаку и почти юзает обилочку. Ну, почти не считается, к сожалению. Еще доп. Ход придется потратить. Жалко. Ну это все 36-й ход. У меня аж получается 8 ходов. По 4 можно тратить, да. Там ссылочка моя удаленная. Смерть Шнуми, минус 80-й перс. Жесть, Шнум потерял своего некроманта. Беда. Дай посмотрим. Но страшные змеи все равно. Змеи жесткие, они... Они уже немало... Он и Пула убивал, этот почему змей. Щит не срабатывает? Змей очень жесткий. Особенно, если они быстрые. Бля, пизда мне все. Пизда. Офигеть, с двух тычек. Причем точно такой же Пула убил. То есть, его тоже убил с заморозкой. Блин, но он на 90-х попёрся. Он какого уровня? 80-го. Не, ну это он пожадничал. Это он пожадничал, конечно, в такой даншите. Но ну, жесть. Я, Пула, похоже, убил, да? Потому что вот эта вот заморозка, она... Враг, типа, быстро бегает, и он просто... А вот третий я еще, кстати, баф не знаю. Пизда. Эф, Шнум. А банку не выпил на смерть? Мог бы успеть банку выпить. Или ТПшница. Жестко, жестко. Бедный Шнум. Эф ему. Так, кого первыми? Правых или левых? Левые будут жестче. Наверное. Да, правых вначале. То есть мы на тебя кастим вот эту штуку и вот эту штуку. Над бензелью не уйди... А у меня рядом F1, F2, F3. Если ты этого еще не сделал, конечно. Конечно, надо. Блин, Вель, ты чё? Блин, ну возможно я пожадничал, взяв сюда пиро ГГшку. Хотя он пробивает этим. Так, давай танкуй. Насмешка. Насмешка довольно легко вешать. О, давай, морозь его. Морозь их всех. Лучше бы, конечно, им пробил, но... Контроль... ту банку, а она у меня на F2. У меня банка антиконтроль на F2, банка на антисмерть на F1 и свиток портала на F3. Все в пальцевой досягаемости в момент, когда ты понимаешь, что все пи***ц. Так, ну лучше вельтом пробить, чем пелой. Блин, он не попал дополнительными тычками. Жалко, но пелой замораживать не хочу его. Хочу его вельтом, хотя... Блин, даже не знаю, может и нет. Ладно, давай, пофиг. А тебя еще пробьем. Хотя ГГшка, скорее всего, таунт надо было снова жать. Да. Хорошая была мысль. Жаль, недостаточно умный я для того, чтобы ее реализовать сразу. Че по электростатусу все еще есть? Да что ж ты будешь делать? Ой, он еще и пузом бьет. Ну, Вель-то уже, походу, не спасти такими-то. А мне и не нужно здесь фул. Хотя, ну, наверное, нужно. Не знаю. Да не, ну... Ладно, посмотрим, вдруг повезет еще пока что. А че я ГГшкой таунт-то не жму? Че я делаю? Зачем я это делаю?
Блин, ГГшка прикольно, но лучше Наташу взять. Все-таки. Лучше взять Наташу, да? Не, мне надо за 28 циклов надо пройти. Мне ничего другого не нужно. Я вот что думаю. Вельтов может восстановление энергии, пушку, которая... Первый босс. Наташа, Клара, Пела. Из ГГ или Пира. Второй босс. Зеля, Волк, Март. Наташа. Зачем мне здесь Клара? Ой, зачем мне здесь Наташа, вернее. Да, Пела здесь хороша, но... Второй босс. Зеля, Волк, Март, Вельт. Без Пела не снимать резист здесь, в смысле. А зачем? Да, на втором очень нужна Пела. Блин, какой конус лучше Вельту? Просто у Пела и так восстановление энергии миллион. Лучше, наверное, вот этот ему дать. Я так подумал, а она пускай защиту пробивает дважды. Скажи, пожалуйста, уязвимость 7-го этажа. Блин, поздно уже, сори. Не хочу сейчас выходить. Не, мне очень важно таунт волком эти квары нажимать. Ну и куда ты бьешь? Попал, молодец. Больше пробитых уязвимостей, богу, пробитых уязвимостей. Блин, зря. Может убить просто одного из мобов? А все равно... Не, все равно пробью. По-другому никак уже. Ну, не зелькой надо было убивать, конечно. Тебе хватит энергии? Был бы ее конус, хватило бы. Так, нет. Так, давайте тебе дадим щиточек. Хорошо. Лютую убить. Пробить, потом еще раз убить, стакнуть квант, еще бы очков накопил. Да, но урона бы меньше вписал. Понимаешь? И очки кванта я и так накопил без проблем, в принципе. Урона было бы меньше. А это важный фактор. Блин, он толкнулся очень, конечно, неприятно. Не успеем, походу, да? В прошлый раз успели. А все потому, что в прошлый раз квант пробила волк, скорее всего. Теперь может и не хватить. Дзэнпу не тагетуш, цюгер. Что за гигатычка перед тем, как моб встает? Не понимаю, откуда она появляется. От пробития квантовой уязвимости, настаканной 5 раз. Учите матчасть пробития уязвимостей. Это очень сильно. Пробивать уязвимости — это база. Именно поэтому волк в пробитии очень классная. Yeah.
Я думаю, зажадничаю сейчас. Похер на контратаку. Нормально. Живем. Кварой пробьем. Не будем вообще сейчас криво бьюзать. Пускай вначале ударит. О, нет, он заморозился. А сейчас еще и квантом, и он толкнулся до 34, и я не знаю, получится ли сейчас его каким-то образом убить. Вроде бы зелье должна добить. Да. Блин, ну 34... А, ну 35, это 7 ходов. В прошлый раз я на 36 выиграл. Ну я в прошлой битве один потерял. Единичку. Блин, ну ГГ... Если бы я ГГшка и щиты на самом деле жал, здесь бы все нормально было. Может быть я еще... Мне кажется, я еще мог попробовать ГГшкой. Вель сейчас побыстрее энергию будет регенить. Хиен. Эффект снят. Снял, не снял, не увидел. Как же больно, блин, еще сервал бедную. Да как срезистил-то? Как срезистил? Все-таки надо ей шанс попадания эффектов искать. Да, ГГшка бы просто стоял и танчил, в принципе. Надо было сразу его морозить, по-моему. Звездочка возле Ника. В смысле, сапка, наверное, тебя почему-то, видимо, не отображается. Блин, этих квантовая, кстати. Давай чуть-чуть подкопим, что ли. Блин, да больно, между прочим. Ой, я. Сейчас он в нее же дол... А, вот так вот, да. Все, самое время ультануть. Ну, скажи, электричество на тебя хоть висит, наконец-то висит, блин. Опа, 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 это хорошо. За какие заслуги? Я стримил Рунтеру. Очень много и практически единственный, кто ее стримил, в принципе. За такие вот заслуги. Ну, в Русегменте очень мало стримеров было. За рубежом это понятное дело, дофига. Блин, 31, как-то медленно, да? Как будто бы некогда хилять, надо энергию еще немного подкопить. Здесь надо дамажить, дамага нет. Ну, у левого вроде бы будет электрическая уязвимость, но это не точно. Начнем.
Ну, сейчас сможем как-нибудь добить. Ну, Вельта еще. Вот здесь должен дамажить Вельт. Но Вельта, во-первых, ну, с пушкой, я бы сказал, беда. Вельт и. Ну и вот она. А у него, походу, блин, у него нет электрического, блин, резиста. Электрическое сопротивление, понятно, да. Угу. Ясно. И да, здесь должен дамажить реально Вельт, но ему нужна сигна. Чтобы крит был. А еще ГГшку можно было бы, чтобы тоже периодически дамажило какой-нибудь ультой, но... Не, ну за два хода слева не пройти. А еще у Вельта некачественные билки. Я недавно смотрел и что-то охренел с того, насколько слабые у него навыки. Да. Тогда сюда все-таки волка с этим. Блин, а и чё? Менять пачки? Кто-то там предлагал как-то пачки поменять очень каким-то странным образом. Я как бы не уверен, но... Да, опять не сдох, ладно. Ну, одну звезду взяли. Сможем ли мы здесь до 18 добить? Смотрите, вот этот без смертей. Попытка, но это будет тяжело. Вот это на 28 звезд я закрою, итого 17. И каким-то невообразимым образом здесь взять 16 циклов.